Итак, всем здорово, всем привет, ребятки, ребятулечки. С вами Андрюха, канал Жмурки, и у нас сегодня действительно годнота. Ой, тьфу, погоди, у нас сегодня действительно гопота. Это симулятор гопника. Тут, как говорится, мы сможем примерить роль гопника, понимаете, отжимать телефоны, тусить по району, общаться с бомжами, ну такое себе, в общем это, давайте сейчас попробуем, что такое действительно быть гопником. Гопота. Поехали, гопота. Гоп, стоп. Мы подошли за угла. Ладно, давай. Детство, кадетство, терминатор пойдет. Джеки, Джеки Чан. Рэмбо. Боже мой, тут все это. Что-то у меня, как говорится, после вчерашнего, ребятка, голова трещит. Не вижу ни хера. Выпейте таблетки. Вот это очень кстати. Надо чайник поставить, то в горле... Горе что-то пересохло от ваших таблеток. Начальник, я премии не чувствую, а у тебя нет, болван. Нас посетил улыбчивый песик. Если вы это видите, у вас будет прекрасный день. Вы это видите? У вас сегодня будет прекрасный день, я это верю. Разработчики, мы обещаем исправить все баги. В общем, у меня прикольная хата, хороший ковер, отличная... Отличная просто хата. Бухаете, тогда я иду к вам. О. Так, поставьте чайник. Ждуняра, привет. Это хата моя. Добро пожаловать в мою хату, ребятка. Ты, блядь, там пиздец вообще ёбнулся, блядь. Ладно, ставим чайник. Шикарный вид, хорошая погода. Тетя Тамара, привет. Мир, труд, май, насыпай. Те... Да. Вчера мы с Калином выпили много, что даже кот Оська, наверное, день весь проспал на батарее. Пиздец. О, это было сильно. Как это убрать вообще? Так, лицо твоей бывшей, когда видит тебя с девушкой. Ну, даже получше, я бы сказал, это лицо. Так, давайте уже этот. Включим видеозапись. Я понял. Проверьте почту. Кот. Где почта моя? Котяра, бля, еще тот. Так, телек не работает. Лайка. Радио. Слишком много музыки с утра, башка и так трещит. В общем, как говорится, вот моя хата, вот мой товарищ. Жду. Ну, он что-то там ляпнул, бля. Ладно, ребята. В общем, этот. Я так понимаю, это почта, да? Квитанция. Меня тошнит от этих ЖКХ, они ничего не делают. Я собираюсь выкрутить им лампочки. Понятно все. Пиздец всем лампочкам на этом районе. Выкрутите лампочки. Выкрутите лампочки всем, люди, ура! Я сейчас буду выкручивать лампочки. Тише, болван, это ж спецзадание у тебя такое, я понял. Спецзадание. Это что такое было? Это что такое было? Это, ребята, ничего не было. Как говорится, я понял суть. Я же все же тут местный пацанчик. Надо порядки наводить. А я не думал, что мне придется вот этим заниматься, честно. Ну ладно. Ну у себя что, будь человеком, бля, оставь хоть у себя. Нет, мы все равны. Все перед законом равны. Чтоб люди видели, что я честный. Пацанчик. Так. Ёбаный в рот! Ёбаный в рот, блядь! Колян, нахуй! Ну, сука. Это, походу, Колян мою лампочку стырил там. Зараза такая. Сейчас мы проверим. Сейчас пробьем. По имейлу. Ну, пойдет, пойдет.
Это, ребята, как говорится, заработок. Я ж собираюсь свой магазин открывать, ламповый такой. Лампочки буду продавать. Деньги, мерси, девочки, баня, музыка, рок, золото, бриллианты. Золото, бриллианты. Ну, в принципе, пойдет. Давай попробуем еще. Что еще? Только тихо, тихо. Гопота 21 века, бля. Позорище, бля. Бардак у нас тут вообще. Все на моих плечах. Ох, этих лампочек. Хорошо, хоть 5 этажей. Только одно в голове мам. Коксу 5 грамм. Отлетит сам. В краину запомнения. В голове мысли мам. Где скончится этот стан. Короче, блядь, это снова этот сосед пизды давно не получал. Кстати, я буду жаловаться, вот это, где вот тут что-то не хватает. Так, где этот сосед? Где эта музыка была? Кстати, шикарная тетя Тамара у нас там стоит, я вижу. Это наш двор. О, пацан в розовом, здорово. Сейчас придем, пацану. Сейчас мы только нассать. Надо, как говорится, сделать важное дело. Важное дело, ребята. Только вы знаете, это ж я как бы снимаю. Для вас. Опа. На тебе. Во всем виноват Обама. Ха-ха-ха, я понял, ребятка. Чтоб мне этот, на нас-то не подумали, правильно? Мы ж-то люди порядочные. Так, что ли пойти перекурить? Бля, сигарет-то нет. Пойдем купим сигарет. О, стоп, погоди. Машина. Вишневая семерка. Вишневая семерочка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Привет, басота. Сигаретки не будет. Ты кто вообще, басота? Зубенко Михаил Петрович, вор законный, Шумиловский городок, мафиозный. О, я понял, извините, простите, это мафиоза насмертно, я же не узнал. Богатым будешь, блядь. Ладно, купите сигареток, ребятка, давайте купим сигареток. Отжать телефон, а вот и жертва. Это наш директор физкультуры по карате. Здравствуйте, товарищ директор. Давайте этот. Меня не видит. Это что? Это гараж? Это мы. Пацанва. Товарищ директор, вы главное... Не парьтесь. Крупный гад, блядь. Три раза надо... Директриса ты наша. Четко, теперь у меня есть мобила. Ха-ха! Теперь у меня есть мобила. Так, надо же этот скинуть на этим. Вот. Видно? Не видно нифига. Вот так вот. О! Все, ребятка. Как говорится. Так. Это что у нас там такое? Нарисовать граффити. Ну, тут пацаны тусуются. Это наш райончик. Все. Порядок есть. Что там на крыше были? Шарики какие-то? Так, так, так. Надо сделать все же обход по району нашему. Привет. Бедолага, бля. Батя, ты что ли тут? Ну ты даешь. Нормально все, блядь. Батя, блядь. Ох, этот батя, блядь. Ну, батя после работы, ему можно. Так. Порядки надо наводить. Все на моей совести тут. Ты у нас тут такая, кто будешь, а? Заняться делом. Давай. А, да. Я понял тебя. Так, ну это дело стоит запечатлеть.
Ну, чтоб перед пацанами там. Давай. Есть контакт. Я понял. Так, это была моя, походу, подруга. Любит меня. Любит меня. Но это не точно. Так. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. А это, походу, местный пацанчик. Так, все же, давайте купим сигарет. Ох, это директор физкультуры, быдло. Нажралось уже с утра. Вот этот ларечек. Союз печать. Гребаный ларек, возможно, у меня дома найдется еще сигареты. Что-то это за новые плакаты на автобусной остановке, а? Что за это новые плакаты, пацанчик? Вы кто такие? Я вас не звал. Идите нахуй. Идите нахуй. Вы кто такие, говорит, блядь. Я же Андрюха, пацан местный нашего района. Ты что, блядь? Колян вообще ёбнулся. Так, хорошо. Кстати, тише, тише. Капота. А то я реально начинаю вживаться эту роль. Посмотрите объявление на автобусной остановке. Ну давай, нам еще сигареты надо было. Чертовски хороший фильм. Ну да, Джеки Чан — это легенда. Вау. Опа, поехали. Ну, это стопудово зайдет, как говорится, в американский контент. Супер, хорошо, отлично. Нормальный музон, мне нравится. Найдите выпивку 10 бутылей водяры. Да это мы легко, у нас рабочий хороший нюх. Так, мафиосик, знаете, как говорится, подгончик от пацанов нашего двора. Кстати, уважаемые люди, я ж машину продаю, джига. Не бита, не крашена. Моя ласточка. Салона покупал. Ну, буквально полгода назад. Хочу продать. Слишком крутая машина для меня. Так что под описанием там все будет, координаты. Пишите, отпишемся, продадим, подгоним. Козел отпущения. Да? А кто же еще? Так, давайте все же ближе к делу, ребята. В горле пересохло. Надо бутылки пособирать. Я так понимаю. Тетя Тамара, блядь, почему? Сколько времени, тетя Тамара? Почему ларек еще закрыт у нас? А, тетя Тамара, сколько времени, блядь? 10:05 утра. Ну, 10:05 утра, а ларек уже закрыт. Бардак, блядь. Изымаем, тетя Тамара. Это явно лишнее тут у вас. Что такое? Это, ребята, футбольный клуб. Так, добрый день, уважаемый полицейский. В подъезде номер 43, в доме 43, в подъезде номер 2, кто-то какой-то паразит лампочки все повыкручивал, блядь. Вы когда начнете работать? Кто ограбил еще плюс бабушку? Ну, в этой ситуации мы просто наше, это самое, мы уже здесь наши полномочия, все. Понятно, все на моих плечах, блядь. Вот, как говорит, если какие-то проблемы, Андрюша, помоги, Андрюша, помоги. Ладно, решим этот вопрос. Изымаем. 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 Все на моих плечах. Ну, это мой двор. Я тут должен порядки наводить. Правильно, ребятка. За двор бухаю в упор. Что-то сегодня хорошо мы так набухаемся. Так, 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 так. Ну ничего, в принципе, тут порядок. Ох, эти именинники тут у нас. Есть. Это что? Это снова этот сосед, блядь. Это что такое, блядь? Что это за...
Меломаны тут у нас. Влад Яма, ты что ли, бля? Вот как пацанов встречают, видите? Вот как, ребята, вот как Андрюху люди-то приветствуют все. Ну, правильно. Изымаем. Ему явно это будет лишнее. Что это было, конечно, я не знаю. Но спасибо за внимание, как говорится. Пожары тут поустраивали. Так, суть не в этом. Нам еще там надо... Вот, есть. Еще три штуки надо, да? Три бутылки, ребята, и пойдем на сдачу стеклотары. И, как говорится, день... Будет всех прекрасный день на сегодня. Так, это что такое? Это фиаско, братан! Это фиаско, братанчик. Да все нормально, успокойтесь, пацаны, блядь. Успокойтесь, всего лишь бутылочка. Я, конечно, не понял, но было интересно. Это наш конкурент, походу, видите? Надо у него тоже тут подтырить. Это не мой район. Ну, точнее, вот этот вот. Закоулочек, но мы тут все затырим. Я тут буду командовать, еще нарисуем, тут пацаны тусуются. Есть контакт. Найдите выпивку, 10 бутылок водяры. Кстати, 9 есть, еще одна нужна, да? Дай бог здоровья тебе. Есть. Черт, я забыл выключить чайник. Пошли, красотуля. Пошли, красота. И сейчас батю еще возьмем. Батя, ты как тут? О, а вот 11 или что? Призовая. Это призовая. Батя, пошли. Пошли, батя, дело есть. Серьезно, тут всем хватит. В общем, это. Ну, в принципе, порядки понаводил. А я, кстати, так сигареты не купил, да? Не купил сигарет, блин. Это во всем этот козел виноват. Отпущение, блин. Правильно, мафиозник? Понятно, понятно. Так, все, качели детства. Вот так и живем, господа. Видите, какой прекрасный двор. Прекрасный двор. И, кстати, по поводу автомобиля, я не шутил. Кому нужен автомобиль? Джига не битая, не крашеная, продаем. А, в общем, пошли в хату. Я так понимаю, вот мой этаж. Люксовый первый этаж, кондиционер. Чик. Открываем двери. Мало ли, кто-то у нас. Так. Вот он, здравствуй, милый дом. Джеки, Терминатор. Ковбойчик, ждунчик, ну это явно тут бардачок у нас, ну ладно. Выключите чайник, отлично. Что это было? Кто это, блядь? Это засада, пацанчик, блядь. Это пиздец. Тихо, тихо. Вам повестка из военкомата! Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье. А ты решил ко мне лезть, ты засранец вонючий, мать твою. А, ну иди сюда, попробуй меня трахнуть, я тебя сам трахну, ублюдок. Всем спасибо, всем пока, гопота. Если что было не так, пишите, пожалуйста. Буду читать, будем ожидать, будем продолжать, будем репетировать. Будем дальше делать что-то новое и веселое. Всем огромное спасибо, всем пока. Вот такой вот был симулятор гопника. Но если честно, ну такое себе. Но мне понравилось. Как говорится, всем пока.